Здравствуйте, с вами снова Виктор Балет. Итак, продолжаем чтение стихов из моей книги «Жизнь – интересная штука», часть вторая. «Радость жизни, весенний снег, самолет». Итак, первый стих называется «Радость жизни». Нужно радоваться жизни, нужно жизнь любить, чтоб счастливым хоть немножко в этой жизни быть, чтобы чувствовать, что время – то, что отдано тебе, что не тает, оно бесследно, как тот лед в реке. Чтоб свободно ты дышал, был веселым, добрым и простым. Все ведь в этой жизни можно. Жаль, не все мы этого хотим. Второе стихотворение называется «Весенний снег». Весенний выпал снег, совсем ненужный, как мелкий дождь в середине января. Вот так у нас порой бывает в жизни, когда ты чувствуешь, что снег ведь это я. И третье стихотворение называется «Самолет». Прокорожал в 1981 году, я улетел из этого города, где я родился. Самолет взлетел, оставив город, город том, в котором вырос я. Скоро ли мне удастся с тобой встретиться, милая родная сторона? Итак, с вами был Виктор Балет, часть вторая. Стихи из моей книги «Жизнь – интересная штука». Не забудь подписаться на канал. Спасибо тебе за это. До встречи в моих следующих роликах. Итак, можешь посмотреть часть 3.